Итак, всем привет, добро пожаловать в самый обнаженный из неодетых и самый неодетый из обнаженных Ring of Pain. У нас сегодня последняя, финальная ачивка. По идее, это все. По идее, мы сейчас игру закроем. Я не говорю, что мы к ней никогда не вернемся, но самая-самая-самая такая ачивка у нас на последней осталась. Это... Нудистский забег. Выиграйте партию без предметов для торса, головы, рук, ног и обуви. Блин, будет весело. Так, какую бы свечу взять? Ну, надо брать либо боль, либо камень. Из ачивок это последняя. Сияющий камень дает нам реролы за здоровье. И есть боль. Да, у меня есть еще пара идей, что нам надо сделать в игре. Поэтому, скорее всего, это... Не последняя серия, но это, скорее всего, это последняя ачивка. Да, скрытые ачивки еще есть, так что спокойствие. Давайте боль не будем брать, давайте камень возьмем. У нас со старту есть предмет в один из слотов, которые нам подходят. Погнали. Делаем нудистский забег, чат, раздевайтесь. Поехали. Окей. Так, нельзя брать чик. А стримеру надо переехать сразу. Чик, на место. Стример переехал. Итак, голова, торс, перчатки, ноги, обувь и все. Вот эти предметы нельзя, щит, меч можно. Значит, левая половина предметов у нас закрыты для выбора. Ну что ж, приступим. Пойдем налево. Сейчас будем тут всех взрывать. Большой бум. И что-то я куда-то нас запер не туда. Так, это нельзя, это нельзя. Рерол, щит. Щит можно. Сожжение. Посмертный эффект, взрыв цели с уроном 4 после атаки, 25% шанс. Это нехорошо. Это можно слиться. С другой стороны, это весело. Окей, нам нужны статы. Статы будут очень важны. Очень-очень-очень важный. Давай нам много здоровья, наверное, понадобится. Свиток. Подпитка топ. Окей, мы очень хотим сейчас наролить плюс статы. Мы очень хотим получить этот, как он называется, который на плюс статы. Штука. Но алебарду нужно взять. Это так много атаки. Окей, подписку. Подпитку будем тащить с собой. Собаку можем снять атакой. И у нас есть полное лечение. Отлично. Фармить души я не буду. Идем дальше. Пожалуйста, предмет в хороший слот. Громовое яйцо. Отличный стартовый предмет. В каждом подземелье маленькое дополнительное зелье. Защиту жалко, но два наития и два максимального здоровья рулят. Плюс банка в каждом подземелье дополнительная. О, а вот и защита. Чик. Так, не думая сразу. О, исполнение желаний со старту. Офигеть. О, это топ, туда надо сожжение скормить. О, это так круто, чат. Это просто офигенно. Так, ну мы сейчас себе освободим много слотов. Так, вот тебя надо взорвать. Блин, а как мы тебя взорвем-то? А, блин, что-то я провтыкал. Он сейчас я потеряю нам здоровье. Окей, ладно. Давай мне маленькую баночку. И предметы, предметы самое главное. Мы сейчас все будем отдавать, что сможем. Пораженное сердце. Здоровье плюс 2 при использовании зелий. Топ. В хороший слот. И... Вот этого чувака бы снять. Ну, блин, до предмета как дойти? Мы не пойдем в передышку. Я могу тебя снять. Но налево там до банки далеко идти. Я не узнаю, дойдем или нет. Давай попробуем. Ага, взорвалась собака. А вот это очень плохо. Совсем нехорошо. О, мы можем мышь задоджить здесь. Атаковать я боюсь. Ой, полная лечилка. Хорошо как. Ой, как повезло. Давай еще что-то хорошее на статы. Невесомость. Ради двух наития взять невесомость. Блин, надо попробовать найти что-то покруче. Награду за боль нельзя брать. Мазохист. Две атаки, минус две защиты. Фигня какая.
Средоточие души дает 2 здоровья, 5 наития. Я знаете, что сейчас хочу попробовать нароить? Слот, что-нибудь сюда в пуст... Вот камень, который дает за пустые ячейки бонусы. Это было бы самое лучшее. Средоточие душ смысла мало ставить. Но здесь, конечно, побольше статов, чем в сожжении, да? Маска давала скорость? Да? Значит, я провтыкал. Мазохист исцеляет урон от проклятия. Не подходит. Но у нас есть что отдать, как бы. По-моему, я еще раз рольну. О, есть! Яростная руда. Плюс 1 атака за пустую ячейку инвентаря. Топ. Мега топ. Наролили. Окей, теперь просто вылезти отсюда живыми и зайти. Я чуть не сдох. Окей, идем исполнитель желаний. Окей, все нормально. Так, эту штуку последнюю отдавать. Сначала мы можем 3. Алебарду обязательно. Сожжение тоже обязательно. Все, и последняя. Яростная руда, плюс 10 к атаке. 19 урона. Только не умереть теперь. Только не умереть. О, хилка, скорее хватай. Хватай и беги. Окей, нужно здесь быть очень осторожными. Сандали брать нельзя, набедренную повязку нельзя. Дай мне ролл. Титан плюс защита за пустые ячейки инвентаря. Чё ж происходит-то? Нам везет. У меня один хп. У меня один здоровье. Не-не-не, стой. 15 защиты, 19 атаки и 1 здоровье. И 0 скорости. 5 скорости, ну это почти 0. Так. Окей. Подпитка сейчас ничего не делает. И мы, наверное, этаж защищать не будем. Надо просто свалить отсюда. А не могу ничего сделать. 60% шанс блока, 40% шанс умереть. Мы можем себе здоровье в защиту перевести. Но я, наверное, этого делаю. Мы просто уйдем. Я просто скипну этот этаж. Что невыгодно, но я хочу жить. Фу. Живем. Живем. И это радует. Окей, я вижу лутбокс справа. Лутбокс справа, мы идем направо. Погнали. Мои статы. Нам нужна скорость. Обязательно. Окей. Нам нужна еще скорости. Задоджено. И мой лутбокс. Фу, хорош. Так, скорость, скорость, скорость обязательно. А, проклятые зельки не стоит, наверное, трогать. Так, я вижу большого чувака ядовитого. Его я, наверное, тоже пока поигнорю. Окей, давай тебя ударим. Мои блоки вообще не работают. Окей, это синий предмет. Фу, ты взрываешься на 8. Я опять остаюсь с один здоровья. Где мне взять 9 душ? Завалить все-таки вот этого, да? Будет ли там 9 душ? Не будет. Не будет. Мы должны быть очень осторожны сейчас. Даже смысл, если я солью этого чувака, но у меня не будет хп, то я не смогу реролить. Мало смысла убивать слизи и реролить сундук. Мы убиваем слизь. Но мы не сможем реролить, потому что мы реролим за здоровье. По-моему, оно того не стоит. А что мы не сделали ставки, чат? Чат молчит. Начать прогноз. Давайте на забег. Выиграем ли забег? Просто на забег.
Не на ачивку, потому что мало ли, вдруг я ее где-то мискликну. На победу в забеге. Я пойду дальше. Нет смысла рисковать. Мы очень хорошо сейчас по статам идем. Так, лутбокс справа. Окей, тут у нас белые предметы. Но слотов пустых много. О, еще один исполнитель желаний. Офигеть. Так. И мы туда отдадим титан на защиту. Жесть. Окей, ладно. Давай, давай займемся важными вещами. Пойдем ловить лутбокс. Потом все остальное. Змея. Окей, со змеей связываться не хочется, но здесь есть хилка. Что я сделал? Каждый чертов раз. О, нет. Окей, он не сбежит у меня. Да точно. Так, я, короче, открываю вот это. Ботинки нельзя, это нельзя. Дай мне ролл. Это все нельзя. Щит, окей. Берем щит. Защита, здоровье, наитие, души при отражении удара пойдет. Просто дойти до лутбокса сейчас. Живи, блокируй. Окей, лови его. Не дай ему уйти. Есть. Окей, 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 окей. Думаю, мы можем взять чуть-чуть наитие. Для лечилок и вообще. И предметов мне больше не раздобыть. Но нам есть что пожертвовать. Куклу, похититель душ. И я не знаю, сердце. Мы будем реально без одежды. Окей, давай мне здоровье. И плюс 4. Знаешь, что еще к здоровью? Потому что здоровье это наши реролы. Мы можем ударить змею, потом похилиться, но... А, я веду. У нас пока и так все неплохо. Могу тебя запинать, но... Зачем? У меня такое чувство, что подпитку можно отдать тоже ради плюс одного стата. А, пошли в исполнитель желаний. Сейчас мы срубим все статы. Хотя у щита неплохой эффект. Но не топовый. Окей, давай банку. Титана сдаем последним. Окей, банку точно. Щит я тоже сдам. И последним титан на 11 защиты. О мой бог. Самый обнаженный билд в истории. Окей, у нас есть статы. Нам нужна скорость. Не обгоняем. Скорости все еще не хватает. Так, идти направо, по-моему, очень плохая идея. Есть большая лечилка. Куда-нибудь... О, святыня жертв. Непостоянство, непостоянство. Что здесь происходит? Фиол. Можем пнуть тебя. И все. Пойдем отсюда. Пойду я большую лечилку возьму. Сейчас подумаем, что делать с этим этажом. Мы точно можем пнуть змею. Но на фиол я не нафармил нам. Давай сделаем так. Пнуть змею. Полечиться, это хорошая идея. Дальше чего? Можно вот этих чуваков взорвать. Но они не взорвутся до конца. Я имею в виду. Святыня жертв. Ты тратишь здоровье, получаешь души и предметы. Возьму я нам свиток обездвиживания. Во. Может засейвить. Или пойти в непостоянство и фармить души там. Предметы искать. Святыня жертв дает один предмет, но там нет ни возможности реролов, ничего. Типа не самая эффективная штука. Наверное, нам лучше пойти в непостоянство. Там не всегда лего в святыне жертв. Или если там лего, то я не помню какая. Сейчас будем взрывать всех.
Я не помню, какая там лего и стоит ли она того, чат. О, свиток исцеления, хорош, окей. Раз свиток исцеления, то делаем так. Вот тут мы будем фармить. Фиол, отлично. Я думаю, нам выгоднее сделать вот так здесь. Хотя 60% блока. Ладно, взрываем. Не взрываем. Пинаем. 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 Тебя. Пройти на эту сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично. 76. Ровно столько, сколько нужно для победы. Скользкий тип. Так. Минус один скорость и плюс один скорость, минус один максимальное здоровье при каждой четвертой удачной незаметности. Дает 5 максимального здоровья и 2 наития. Фигня какая. То есть никогда, да. Шанс незаметности 4%. Штаны нельзя. Штаны не подходят. Нудист. Окей, ролим. Цеп! Legendary. Цеп. Двойной удар. 3 атаки, минус 3 защиты, 3 наития. Стой, это что-то новое, я такого предмета не помню. Двойной удар это буквально 2 атаки. Или что? Мы берем его, а броню к тому же нельзя брать. Так, ну что, легендарный цеп. Это буквально дабл дэмэдж. Можем взять голодное солнце, но давай не будем. Мы не можем взять, у нас денег нет. Это легендарка, которую мы не удаляем. Окей. Там была святыня жертвы, не святыня отказа. Я знаю, что святыня отказа крутая, там всегда легендарный камень. Святыня жертв, там дают души и рандомные предметы за здоровье. О мой бог. Реально, что ли, двойной удар идет? Так, ну тогда нам надо защиты взять. Походу у нас весь урон до конца... У нас весь урон до конца забега? Нам больше урона апать, в принципе, не нужно. Ну-ка. А, походу, реально. Именно так это и работает. А, что? А это законно такие предметы в игре? Терпение, передышка. Можем пойти в передышку, чтобы не это... Не рисковать с терпением. Терпение это такой риск, который, по-моему, нафиг нам не нужен. Сколько же 3 яда наносит урона? 3 плюс 3, 6, да? Да. Надо было взять проклятую лечилку сначала. Я пошел в передышку. Это 100% крит. Технически, да, это 100% крит получается. Сколько проклятых всего? Скорость, нам нужна скорость. И проклятую хилку я не буду брать. Предмет странный, может активировать дважды яд от перчатки, не прокает дважды костюм лучка. Прикольно. Заморозка. При атаке замороженным существам всегда наносится критический удар. О мой бог, если мы найдем заморозку. О мой бог. Плюс одна атака, две защиты, две скорости, минус 4 наития, то что нужно. На шару, фиол. Это будет четверной урон, если с критами по замороженным. Нужно больше скорости. Еще больше скорости. Мы будем ваншотать все. Даже этих пробивает. Броневиков почти ничего не пробивает. О мой бог. Дай мне еще защиты. Еще немножко защиты. У нас есть весь урон. Так. Лечилки, лечилки, что у нас есть? Осторожный маневр, передышка и перекресток.
Так. Окей, свиток, я возьму лечильный. Не хватает, чтобы фиол открыть. Нам нужны предметы. В осторожном маневре есть предметы. Перекрестке может быть что-то хорошее. Например, еще одно удаление предметов. Но, честно говоря, я бы пораженное сердце и обморожение бы не трогал. Хотя обморожение можно снять. Пошли в перекресток. Я пошел в перекресток. Варлок, спорим, ты умрешь от шипастика. Давай. На что спорим? Еще одно исполнение желаний. Я веду. Наверное. На что спорим? Валиксер. Я готов. Просто? Просто неинтересно. Надо спорить на что? На квартиру, например. Я... Булаву удалять точно не будем. Мы можем отдать обморожение и сердце. Обморожение, конечно, по статам не очень в плюс, но оно дает боевые статы. Сердце хорошее, ну да, согласен. Мало смысла, да? Пошли ведь стратегический удар. Мы тут сейчас всех снесем. Сила души разрушает используемый предмет. Прикалываетесь, что ли? Окей, у нас полный билд на удаление предметов. А еще у нас полный билд на уничтожение всего. Знаешь что, надо здоровье набрать. О, шипастик, от которого говорит Эваликсир, я умру. Окей, Эваликсир, где квартира? Так, стоять, Маруська. А, у нас есть свиток полного исцеления, все нормально. О, ты мишку принесла. Вот так? Он же не симпа. Он не хочет вот так. Он не хочет. Жена мишку принесла, но Мишка был недоволен. Мишка. Два урона? Я наношу два урона. А, нехорошо. Пошел я отсюда. Окей, он накладывает этот путы, да? Окей, надо его ударить, потом убежать. Кто тут остался? Вот этот парень. Так. Слушай, а если я с силу души сейчас на маску фигану? Используемый предмет приносит характеристики и стоимость в душах. О, нам хватит на Легу. Legendary. Прыгун. Проход мимо невредимых существ при атаке. 4 скорости, 4 наития. Что это за легендарка такая? Тапки нам нельзя брать. Интересные какие-то тапки, но... Это руинище будет? Ролл? За 20 жизней? Я имею в виду хорошие статы, скорость наития. Щедрость. Дополнительный выбор в живых сундуках. Топчик. Хорош, легендарка. 2 защиты, 2 здоровья. Варлок, нам невыгодны легендарные сундуки в забеге. Only Fuel? Почему? Наоборот, легендарные выгодны. Нам нужно легами запол... У нас слотов мало, нам то как раз легендарки нужны. Так, что-то тут сейчас все взрываться будет. Стоять, Маруська. Мне очень не нравится эта ситуация. Надо уходить.
Пошли отсюда. Тут сейчас будет большой бум. Еще и стрелок справа. Тебя надо снять. Ох, тут сейчас... И мы мертвы от подрывников. Ну, блин! Ну, просто трэш. Ring of Pain! Дамы и господа, Ring of Pain! Спавн в толпе подрывников. Я там налево пошел, мы бы тоже не обошли. Там шли два больших подрывника подряд. Если бы ты, когда, если в сторону них пойти, то хотя бы капец, то пришел бы капец, они бы тоже взорвали. Взорвали бы, ладно. Ладно. Окей, это был хороший забег. Очень хороший забег. Мы можем, давайте еще раз. Окей. Синяя команда выигрывает много коинов. Мы сделаем еще раз. Синяя команда, наслаждайтесь, пока ваша возможность есть. Но красная команда, давайте еще одну ставку, выиграем ли забег. Красная команда, я сейчас говорю, сколько у вас есть коинов, закидывайте все. Вот ставьте квартиру, машину, жену, все ставьте. Мы сейчас побеждаем 100%. Кадила. 100% незаметность, да? Вроде прикольно, но мне не нравится минус 4 наития на старте. С другой стороны, 100% незаметности, это 100% незаметности. Это можно сделать вот такой маневр легко. И хоп, зачистка. Так. Давай мне защиты. Ну там, блин, такой забег имбовый получился. И такая руинища с подрывниками. Это ничего нельзя брать, дай мне ролл. Мы можем взять книжку на яд. Книжка на яд, это хорошо. И теперь можно... О, у меня есть план. Смотри, берем тебя, бьем. Теперь... Бьем тебя два раза. Я хочу отравить подрывника и взорвать его, но перед этим подобрать лечилку. Так, так. А, я провтыкал. Ну да. Ошибки были сделаны. Окей, мы хотим сделать так. Так и достаточно. Кольчуга. Нельзя брать. Неудача. В прошлый раз везло. Сейчас игра, наверное, накажет. Скажет так. Ну не воспользовался везением. Пошел нафиг. Давай тебя сюда. Ты будешь взорван здесь. Теперь тебя сюда. Взрыв здесь. Такое везение, как у нас только что было, его, конечно, повторить невозможно. Мы можем сделать что-нибудь еще интересное сейчас. Что-нибудь похожее. Алебарда пойдет, пойдет. У нас есть скорость под алебарду. В этот раз. Так, так, ты полежи пока. Шлем нельзя. Шлем нельзя. О, добыча камней. Разрушает используемый камень, дает его характеристики. Или можно повторить альтернативно. Или можно. Так, добыча камней — это встроенная удалялка камней. Вот этой штукой мы можем сейчас нафармить что-нибудь интересное. Так, давай мне статы. И наши статы, это будет скорость. Я решил скорость. И пока тебя боньк. Лечилка даже не нужна, заморозку. Пошли к Сычу. Привет, Сыч. У Сыча нет статов. Пошли от Сыча. Не хочет делиться, гад. А, вижу лутбокса. Нам нужно здесь кинуть заморозку, чтобы поймать лутбокса. Вот так, плохо пробиваем. Окей, подожди секунду. Свитки. Еще один свиток заморозки. Ага, надо было его взорвать, да? Что-то я провтыкал. Как вы меня ударили. Так,
Подожди, подожди, лутбокс. Ой, там выход уже. А там не выход, окей. Бей его дальше. Медленно, но верно. Есть. Окей, давай мне урона еще. С минус наитием, конечно. О, там стрелок. Кристалл. Массовый урон плюс один. Ну давай мне массовый урон плюс один. Я не знаю. Конечно, не совсем то, что я ищу. Солидарность. Пустой слот. Две защиты, пять уклонения. Ты злоя. У меня уже уклонение 75%. Тебя можно снять. Не 100%. Интересно, что там за две двери, но я, честно говоря, не хочу к ним идти. Пошли в осторожный маневр. А, книжку на кристалл, точно. Ну, пока нет смысла отдавать. Сейчас мы этот... О, тут подрывников много идет. Пойдем налево? Окей, мы взорвем всех. Ой, как хорошо получилось. Так, давай урон. Давай мне скорость. Хотя, чувствую, надо было взять здоровье побольше. Мы найдем, сейчас сундук будем открывать, тогда я использую книжку. И давай мне 4 защиты, окей. Вот сейчас сундук будем открывать, использую книжку. Чик. Не надо. Еще один свиток заморозки. Ну, что-то. И мы можем... заморозку, например, сюда бросить. Ради фарма. И... давай синий сундук откроем, да? Поищем сейчас камень. Маска снижает получаемый поражающий урон. Жерелье призраков, урон проклятия поражает существ поблизости. Все интересно, но нам нужен камень. Болотная жижа, урон отравленным существам плюс 3. А я думаю, это не работает, но это камень. А камень это плюс 2 атаки перманентно для нас. Поэтому проклятые статы так мало шансов, что сработают. Ложка. Купим. Уголек. Скорость существа при ударе минус 3. Но это камень. Значит, он стоит того. За 15 душ перманентный бонус к статам. Всегда кайф. Окей, лутбокс. Аривидерчи. Древники идут со всех сторон. Я думаю, что максимальное здоровье это идея, которая мне понравится. Стеклянный щит вместо кадила. Стеклянного щита такие статы, что глаза моих бы их не видели никогда, честно говоря. Самый... О, исполнитель желаний еще. Так, а вот это уже очень интересно. Ну, на кадиле статы-то еще похуже. Окей, повторяется история. Видимо, движется по кругу, мы в каком-то таймлупе. Окей, камень убрать. Открыть. Нужен еще один камень. Блин, я думал, может, разложение. Титан, ячейки, запустые ячейки инвентаря, защита, топчик, 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 топчик. А у меня план есть. Ой, какой у меня есть план. Что если мы удалим другие предметы в исполнителе желаний, а потом книжкой удалим титан? О, для того, чтобы еще больше бонусов с титана был. Как вам такая вечеринка? Так, надо заморозить тебя. Насчет щита я сейчас подумаю. Секунду. И вот у нас там есть где-то лечилка большая, да? Значит, мы запинаем вот этих вот ребят. Медленно, но верно. Я думаю поменять кадила на щит. И это, наверное, хорошая идея. Дай мне свиток. Мне барьер нравится. Защищает от мисплеев с подрывниками. Значит, стеклянный щит вместо кадила.
3 атаки, теряем 4 здоровья, 1 защиту, что неприятно, но, наверное, лучше, чем терять 4 наития. Хотя Кадила сейчас будет давать там доджи. Я жертвовать буду солидарность, куклу и алебарду. А добычей камней уберу титан. Значит, Кадила пока остается. В теории. Да, я куклу лучше пожертвую. Значит, Кадила живет. Кадила живее всех живых. Вот так, исполняем план. Исполнитель желаний, пошли. Чик. Теперь. Бум. Солидарность, минус. Бум. Алебарда, минус. Бум. Кукла, минус. Теперь. Бум, добыча камней, титан, минус. Бум, я опять голый, обнаженный. Но это круто, это очень круто. Это то, что мы искали. А, привет, чувак. Минус наитие бесит. Ну, типа, кому сейчас легко, нам нужен урон. А, свиток надо было использовать, да? Ну, свиток может пригодиться. Так, нам нужно скорости. Это не та скорость, которая нам нужна. Это не те дроиды, которых вы ищете. Невесомость. Скорость предмета равна 10 минус количество используемых предметов. Но это скорость. Вот и она. Теперь бы вот это еще пожертвовать. Окей, вот этого чувака мы сейчас сносим с нашей скоростью. Стоит ли он того? Нет. Но я это сделаю. Окей, свиток. Свиток выгоднее всего вот так тыкнуть. Я очень внимателен, чтобы не умереть на шипах. А то квартиру проиграю. Окей, давай свиток заморозки мне. Нет. Проклятые статы, минус 4 наития, это не то, что нам нужно. Пошли дальше. Я не вижу смысла нам зачищать все. Можно найти тесак. И да, и нет. Типа, мы можем найти тесак, но так ли он хорош? Когда у тебя ты не можешь предметы использовать. Давай мне заморозку. Так ли тесак будет крут в нашем билде? Окей, это заяц. Он сильный. При условии, что мы никогда какую-нибудь шапку на минус наити не найдем и все такое. Типа, есть ли нам и толк от этого тесака? Стрелка поймать первым. Иди сюда. Фиол, и мы не можем его открыть. Наития нет. Ничего не открывается. Так, здесь есть полная лечилка. Знаешь что, надо ее применить сразу. Святыня жертв. Не святыня отказа, которая легендарный камень дает. Фиол не открыть. Фу, святыня жертв что-то мне не нравится. Получим души, но выйдем оттуда вообще без хпшки. Магазин давно был? Ты бы знал, насколько красочные твои стримы после того, как знатно выпил. Очень весело становится, да? Совсем другое дело. Твое здоровье. Жертвы могут дать Легу уникальную. Ну давайте попробуем. Давайте попробуем жертвы. Капля яда. Книжка. Плюс 2 отравления цели. Ну мы заработали души.
Окей, дымка, устрашение карты при обходе 60%, 2 защиты, 3 скорости дает. О, этот предмет нам подходит. Очень подходит. Но я не хочу рисковать. Мы уже в прошлом забеге рискнули, с маленьким здоровьем пошли на этаж. И потом чудно... Вот сейчас, сейчас бы мы ничего таким мы бы сейчас делали. Помирали бы, наверное, да? Героически. Со всеми нашими офигенскими статами и хорошими предметами. Смотри, какой этаж. Зайцы ходят просто ордами. Подрывники, блин, ходят. Вообще жесть. Опустошение. Атаки расходуют характеристики существа пропорционально вашим негативным характеристикам. Стой. Чего? Минус 2 защиты плюс 3. Окей. Нам надо тыкнуть. Я не знаю, что это нам даст на практике. Окей, у нас есть минус 2 наития. Мы будем врагам снижать наитие или что? Как это работает? Будем минусовать врагам наитие. Вот я тоже думаю. Звучит, звучит не очень весело. Сейчас надо потестить. Я так знатно выпил, ты так красочен. Вау, коньяк творит великие вещи. Хорошего отдыха. Я алкоголь уже что-то давно не пил. Я все безалкогольное пиво покупаю. Привет, Сыч. Это верное направление. Этот путь — выбор твой. Следуй дальше и не спорь с судьбой. Пророчество от Сыча. Сыч говорит, значит, надо делать. Мощь. Радиус массового урона плюс 1. Штаны. Штаны я не ношу. Я стример. Стримеры не носят штаны. Окей. Ну, давайте проверим. У нас есть минус 2 наития. Давай потестим, что мы будем минусовать врагам с этим наитием. Валим. Надо какого-нибудь жирненького врага найти. Окей. 4, 3, 6, 3 статы. Тык. 4, 3, 6, 3 статы. Мы реально минусуем магнаития, что ли? Камон. Игра. Что это за приколы? Окей, мы можем переработать его в добычу камней, но, честно говоря, такая себе добыча камней. Надо еще потестить. Окей, свитки, 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 свитки. Заморозку сюда. Враги тесак найдут и хана. Нам нужно взять максимального здоровья и скорости, и защиты. Нам нужно всего. Начнем мы, наверное, с максимального здоровья. Знак вопроса для реролов. Добыча. Уничтожает предмет или живой сундук, приносит 50% душ от стоимости. Мы не можем открыть фиол, так что самое то. А, не знаю. Пошли в перекресток. Реально сейчас, наверное, переработаю. Плюс 3 наития, минус 2 защиты. Ну, защиты у нас много, а вот наития вообще нет. Соратники, безрассудство, потрясение. Потрясение — это стрелки. Я очень не хочу идти на стрелков. Соратники нам не особо нужны. Блин, безрассудство — это... это охотники. Сильные охотники. Которых я не уверен, что мы запинаем. Ладно, пошли, потрясение. Будем страдать. Может, и не сильно будем страдать. 4, 1, 1, 7. Так, где тут выход? Там! Там стрелок. Можем рольнуть комнату. Ну-ка, 6, 2, 18, 5. 6, 2, 18, 5. А, он реально минусует наитие. Это какой-то тупой предмет. Короче, я его сжигаю. Пошел нафиг.
Че, ролим комнату? Или попробовать налево пробиться через танка? Там слева потом хилка будет. Ладно, я пошел пробиваться. Потому что мы сейчас вот такой еще маневр можем сделать. Яд здесь отлично сыграет. Теперь вот так, так. Так. О, хорошо получилось. Повезло. Давай мне, наверное, еще атаку. И мы открываем фиол. Правда, реролов не будет. Нам повезет. Жуткая кукла. Плюс 3 карты в подземелье. Какой трэш. Одна скорость, один здоровье, один наитие. Фиол, блин. Кто это придумал? Я Black to Soul. Если ты отдыхаешь, никому не мешаешь, так что-то такого. Ладно, отдыхай. Главное, что тебе нравится. Я что-то все по безалкогольному пиву в последнее время, потому что все дела, дела какие-то. И то стримить надо, то играть в Володов онлайн, то еще во что-то. Окей, давайте роллим. О, бесчестность, камень. 3 исцеления за каждую негативную единицу наития при выходе из подземелья. О мой бог. 3 защиты, 3 здоровья, минус 4 наития. О, это нас похилит сейчас. На 8 при выходе из подземелья. Офигенно. Может, стрелка этого поймаем заодно. Да это же свитки. Давай мне свиток выхода. Так. Во-первых, можно переработать. 3 защиты, 3... И здоровье неплохо. Во-вторых, лечилка. 19 скоро. Не уничтожь случайно камень книжкой? Так, а почему не уничтожить? Ну, камень хороший, но... А, не знаю. Посмотрим, как мы с этим поступим. А вдруг я сейчас найду камень какой-нибудь на статы за пустые слоты. Лечение на выходе, это, конечно, хорошо, но, собственно, в бою тебе это никак не поможет, правильно? Ты все-таки в бою... О, 2 синих сундука, чат. Хилка на 24 получается. Ну да, но... Мы можем так много сейчас настакать этого... синих сундуков. Блин, какой плохой этаж в остальном плане всего. А, у нас что, 97% шанс уклонения. Легендарка? И поле битвы? Жесть. Так. Это очень имба, если идти на свет. Я не знаю. Я бы забрал статы с него и паролил бы камни. Окей, я уничтожил этот предмет. Он выглядит супер классным, поверьте мне. Но... А я имею в виду, и у нас здесь сейчас будут перспективные камни. Сейчас мы их наролим, я говорю вам. Окей, это все нельзя брать. Мы сейчас точно их наролим. Мы наролили зловонный ладан. Травление враждебного существа при обходе. Рокировщик. Ой, о, какой трэш мы наролили. Окей, сейчас мы наролим. Награда игрока. Плюс 1 максимальное здоровье за каждую негативную базовую характеристику при выходе из подземелья. Стоп. А, это будет за каждую, имеется в виду. То есть плюс 1 максимального здоровья будет давать.
Перчатки торговца нельзя. Окей, мы сейчас рольнем. Кристальное сердце. 3 исцеления при атаке, если здоровье ниже 25%, но... 3 атаки, 3 здоровья, мы можем переработать это. Я нашел камень. Не из тех камней, которые я хотел найти, но... Он нашел нам камень, окей? Чат. Не ругайтесь. Стоп. Я сейчас не смогу использовать. Я не смогу использовать этот рерол. Блин, надо было кулдаун сделать. Я могу пнуть Сэма. Ладно, будем просто пустые слоты искать. Нельзя. Нельзя. Катализатор можно, нужно, обязательно. И пустые слоты. Прорицание. Пустой слот. Берем. Сейчас выпадет, блин. Точно выпало! Атака за плюс один за каждую пустую ячейку инвентаря. Ну так ли она хороша сейчас? Она даст нам 6 атаки. А этот камень дает... 3 атаки, 3 здоровья. То есть что так, 6 статов. 7 атаки, почему 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, если использовать свиток. Окей, но... Стоит ли оно того, чтобы менять сердце, которое можно примерно на те же статы заменить? По-моему, нет. Давайте лучше паролем. Опа. Торговец снижает все цены на 20 душ. Или, наконец-то, убрать кадила. И получить нормальный щит. Давай уберем кадила. 5 наития, 2 здоровья. У нас наитие плюс 9 к наитию. И я убираю кадила. Хотя торговец хорош, да? Торговец, наверное, хорош. Давай торговца. Пнуть Сэма. Он 15 душ дает. Я имею в виду, прости, Сэм. Чего личного? Ну, корону мы, наверное, не будем брать, да? Опа. Друг живого сундука тоже было бы неплохо, но мы уже взяли торговца. Надо было менять кадила. Как я с этим кадилом жить буду? Чат. О, пожиратель слева. Срочно налево. О, нет. О, нет. Лови его. Мы поймали его. Лови его. Мы поймали его. Книжку. А, там стрелок слева. А, тут дополненный костюм лучка, который мне нельзя брать. А, они все дерутся. Мы живы, броня, броня рулит, броня так хороша. Ай, там стрелок. И мне нравится этот этаж. Как, кто бы мог подумать. Я вижу там свиток на удаление предметов. 76% уклонения у нас. Там фазовщик стоит и большой стрелок. Я должен попробовать полечиться. А, у меня один здоровья. Пошли отсюда. Мы, наверное, не пойдем в осторожный маневр и непостоянство. Мы живы. Ноль проблем. Абсолютно ноль проблем. Какого черта? Откуда этот подрывник рядом со мной только что взялся? Его здесь не было секунду назад. Помогите! Дайте мне здоровье. А я знаю, что это было. А, у меня же рокировщик.
Рокировщик руины. Окей. Рокировщик, надо избавиться от этой ереси. Она меня убьет 100%. Окей, ты... Чего там еще? О мой бог, что это такое вообще? Окей, мы не можем воевать на этой, в этой комнате. Нам нужно валить. Я все заруинил. Чат, это что такое? Камень! Там камень лежит. Но там хилки не лежит. Драгоценность. Расхитители преследуют, они убегают. Повышает случайную характеристику предмета на плюс один за убитого расхитителя. Подобрать. Там меч. Там меч. Там меч. Святыня отказа. Там святыня отказа. Окей, нам нужно просто задоджить здесь кадилом все. Всех взорвать подрывниками. Все будет так хорошо. Окей, давай мне меч. Вместо этого тупого рокировщика. Нет, расхититель, не бей меня. Ты был избранником. О мой бог. Так, дай мне защиту. Я пытаюсь просто выжить. Этот парень был из тех, кто просто любит жить. Они идут. Там заяц идет. Бежать? Бить? Что делать? Куда валить? Книга? Ну, подождите. Стойте. Нам нужно решить, как все сейчас не сдохнуть. 60% блок. Он ни разу не сработал. Мы мертвы. Если пойдем направо, мы мертвы, подрывники. И у нас 5 здоровья. Пойдем налево. У нас 60% блока. Хо-хо. 0 проблем. Абсолютно 0 проблем. Да. Я иду за лечилкой. Моя! Пошли со мной. Взрывай его. Уклонение 5% сработало. Дай мне этот предмет, дай мне что-то хорошее. Окей, очищение. Эффект исцеления плюс 1. Вместо кадила. 2 защиты дают 2 здоровья, еще минус 3 наития. А мы иду. Надо брать. Но у меня теперь нету... О мой бог. 80% блок. Окей, заяц, уйди отсюда. Просто отстань. Хватит пытаться меня взорвать. Пожалуйста. Мама. Хватит спавнить подрывников. Все, успокойся. Взрывайся. Ноль проблем. Окей, святыня отказа. Святыня отказа даст легендарный камень. Причем хороший камень, который мы, наверное, не захотим убирать книжкой. Это можно убрать книжкой. Мы, конечно, без скорости останемся, но кому сейчас легко. Окей, озноб, засада. Здесь у нас есть сила души. Разрушает используемый предмет, приносит базовые характеристики и стоимость в душах. Что мы хотим разрушить? Предмет. Очищение усиливает лечилки. Это хорошо. Меч 4 яда дает. Это хорошо. Торговец просто экономит нам души, да? Наверное, торговца. И теперь святыню отказа за легой. Книгу откатывать нам не надо, потому что я, наверное, этот камень оставлю. Мы лучше камня не найдем. Это все, это финалка нашей книги. Мы с ним будем играть. Исцеление при атаке 80%.
10 крита, 10 уклонения. Во. Офигенный предмет. Снижает здоровье до единички, скованное сердце. Атака плюс 5 после 3 подземелий. Ну нельзя брать, да? Умрем. Блин, как я хочу плюс 5 атаки. Нагрудник прикольный. Но нам нельзя брать по ачивке. Да, нагрудник делает сундуки бесплатными. Мы умрем, если сердце возьмем, да? Хотя у нас есть лечилка, но... Большие шансы. Плохой спавн, и все, и мы мертвы. Нам нужна атака. Ну окей, мы бы, наверное, были бы живы. Нет, не были бы. Как? Окей, давай мне фиол. Точка замерзания. Заморозка существа со здоровьем ниже 25% при ударе. Минус 3 атаки дает. Нам нужно найти атаку. Мор! Утопия. Отравление цели плюс 3 и удваивает отравление. Топ. Книжка. Просто офигенская книжка. Да? И все. Она просто так хороша. Там пожиратель? Он должен быть остановлен? Возможно, вот этим свитком. Может и нет. Может, мы его и так завалим. И завалили. Ну все. А, кстати, рог. Рог очищения, или это не рог, а нога, я не знаю, ну. Усиливает нашу хилку. Окей, атака. И скорость еще нужна. Где скорость ее взять? Окей, давай всех взрывать. И отравлять. У нас есть билд на сыча. Ядовитая сабля плюс мор. Это вообще офигенная штука. Стоит ли мне чистить этот этаж? По-моему, нет. Что нам стоит делать? Это по кулдауну тыкать мор. Типа, видим какого-нибудь противника. Мор. Утопия. Эти дела. Все. И никаких проблем. Так, тебя взорвать. А еще если перед этим удар саблей сделать, то вообще будет круто. Типа вот так. Теперь так. 12 яда. Прощайте. Как вовремя выпало, да? Как раз, когда нам книжку надо было сбить. Подкрутка. Стримерская подкрутка. Два стрелка. Бум. Окей, улучшение. Знаешь, что мы можем здесь сделать? Так. Теперь так. Так. Теперь удвоить на тебе яд и до свидания. Прощайте. Ой. Фиол. Окей, у нас два пустых слота. Маска. А, книжка тоже. Здесь тоже пустой слот технически. Венец. Удваивает наитие. Не нужен. Импульс. Отпор при следующем ходе после обхода существа. 2 атаки, 5 скорости, минус 3 наития. Статы прекрасные. Я уже смирился, что мы делаем билд на минус наития. Я уже... все. Найти щит на обход блокаторов и сыч у нас в кармане. Я думаю, что мы пойдем на сыча, потому что, по-моему, это то, что нам нужно. Поэтому знаете что? Да, сыч, что скажешь? Что за проклятие лежит на мне? Тьма, страдание и бессилие. Твое лучшее я станет платой посильной. Знаешь что? Не умничай. На тебе яд. На том мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Нужно уходить, там подрывники. Там пожиратель, нам нужно очень быстро уходить. Стоять, Маруська. Мы тебя будем травить.
примерно такой же план на свече будет. 100-500 яда и все. Окей. У нас явная нехватка статов. Самая большая проблема, статов точка нет. Где их брать? Не совсем понятно. А у нас же отпор, кстати. Да, отпор при обходе. Когда мы делаем шаг, мы получаем отпор на один ход. Только на один ход, что нужно быть осторожнее. Скорость. О, защита. Ну и скорость тоже не помешала бы. Окей, давай мне легендари маску какую-то. Вулкан. Дополнительно 1-3 взрывных существа в каждом подземелье. Не берем. Прорицание с открытием карт топ. Часы душ! Случайный духовный урон раненым существам равен новым душам. Часы топ. О, легендари. Это вообще для сыча мега крутая штука. Фу. Окей. Последний выход. Мы нашли свиток. Свиток антисыч. О да. О да. Так, что нам, какие статы нужны? Защита. Еще легендарка. О мой бог. Легендарка, причем на шару. Давай нам еще урона. Наитие, я уже понял, я буду игнорить. Я уже врубился. Так. Как мы это сделаем? Ну давай свиток улучшения, тогда боньк. Плюс статы. Это мы берем с собой и открываем легу. Кубок. Трансформация при отражении 25%. Трансформированные существа дают улучшение характеристики и зелий. Чего? Привет, Конхард. Кусаешь? Штаны нельзя, да. Кубок можно взять. Будет весело. Наверное, заруинит сыча. А, пофиг, давай возьмем. Будет весело. Трансформация при отражении. Ну-ка, трансформируй тут всех. Что-то они не хотят трансформироваться сейчас. Вот трансформируйтесь. Алло. Что-то у нас уклонение прокает на все атаки. Что там написано? 25% шанс? О, трансформировался. О, статы. Хипешка. Зачем я взорвал чувака? Не знаю. Ладно, не важно. Важно, мы сейчас отхилимся. Не-не-не, стоять, Маруська, сильно торопиться все-таки не стоит. Да, скорости нет. Сокрушительный бросок нафиг. У меня вроде 80% блока, но он не работает вообще. Может, на вот этом чуваке? Типа 80% блок. 25% при отражении. О, трансформировался. Хорошо. А еще раз интересно, он может трансформироваться? Вряд ли, да? Атака? Прикольно. Поехали. Сделали билд на трансформацию, это будет победа, я верю.
В итоге твой выбор ссора? В чем же причина такого раздора? Чтоб так предать, нужно быть подлецом? Узри же мое истинное лицо. Страшный чат. Окей, я вижу там блокатора слева. Это плохо. Но Сыч идет. А, подожди, у нас же есть этот последний выход. Ну все, так, ждем, короче, сейчас. О, блокаторы со всех сторон. А, нехорошо. Так, сейчас мы в него бросим этого подрывника. Хатыщ, бум. И теперь мы делаем раз удар. По-моему, сразу надо удвоение. Два удара. Не успели чуть-чуть. О, Валя бежит. Испугался, гад. Так, а там что, меня подрывник, что ли, взорвет? Давай нам скорости. Я имею в виду, у меня 47 защиты. Уже вторая фаза. Мы его сейчас уничтожим. Где свечки? Свеча слева. Просто обходим этих чуваков. Здорово. Извините, пропустите. Прошу прощения. Нам... я блокатор. Блокаторы — это проблема, я вспомнил. Нам нужно... решить сейчас множество проблем. А? Если бы моя трансформация работала, было бы круто. Я весь в подрывниках, а? Я пойду, наверное, дальше. Спокойно, спокойно, спокойно. Мне не дают походить. Мы идем налево за лечилкой. Которую я не могу подбирать. Окей, давай сюда вот кинем яд. Я не могу подбирать лечилку, потому что мне нужно все время идти. Если я остановлюсь, то я не уйду. Нет, я уйду. Нет, я не уйду. Я идиот. О мой бог. Я не могу делать ходы, он постоянно бьет по 20 сверху. Мы мертвы, мы умрем. Я превратил чувака в блокатора! Избавляться от подрывников надо начинать. Мы ломаем его. А, иди сюда. Иди сюда, Сыч. Сам себя своим же лучом по башке. На. Теперь. На. Уйди отсюда, блин. Мне надо отравить Сыча, не мешай мне. О мой бог. Вы козел. Я не смог отравить Сыча, он помешал мне. А, он сейчас прилетит. Просто иди, тащи его сюда. 5 яда! Я поймал 5 яда! Я идиот! Взрывай его. Теперь удар. Яд. Удар.
Еще удар. И яд. 42 яда. Он так мертв. Мы выиграли. Фу! Ноль проблем. Абсолютно нулевой риск. Мы это сделали. Ачивка получена. Будь осторожен всегда и везде. Справедливости в мире нет больше нигде. Правда? Ачивка получена. Появился предмет. Сыча больше нет, но это не навсегда. Он лишь ждет, когда прибудет другая беда. Наш предмет. Живительный рецепт. Бутылка, наверное. Все, мы прошли все ачивки. Бум. 122 из 122. Epic Legendary. Хорошая работа, чат. Мы это сделали. Фу. Сыч очень хороший босс. Эта игра очень хорошая.